После прогулки я так устал. И всем привет, ребята, с вами Матвей. И Матвей, вы на канале Матвей Геймер Плей. Вот, и сегодня, ну, я устал после прогулки, да. Вот, сегодня мы будем, ложиться спать, да. Я сейчас лягу спать. Все. Включу паузу, когда простусь. Ребята, доброе утро. А почему я спал на наковальнях? Алло. Это что такое? Сундук, это компостница? Подожди-ка, я сплю. Что это? Сундук, это компостница? И вы издеваетесь? Я ничего не понял. Подождите-ка, стоп. Печки вот тут нормальные. Верстак? Это вот этот какой-то блок. Не знаю, что это. Наковальни? Кровать это наковальни? Я спал на наковальнях? А сундук это компостницы? Чего? А двери нормальные, да. Нормальные. Тоже нормально. Лава тоже нормально. Печки это верстаки? Подожди-ка. Так печки вот тут нормальные. Да, нормальные тут. А тут верстаки. Это верстак? Да, это верстак. Подожди-ка. Сейчас я в печку загляну. Ага. В печке все так. Я ничего не понял. Что тут творится такое? Блин, а ну что это? Короче, ребята, мы будем прощаться. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Чё за дичь?